Ця дівчина точно знає, як зі звичайного неприбуткового журналу зробити популярне глянцеве видання зі своїми ексклюзивними рубриками, авторським стилем та цікавими історіями. Вона успішна в роботі, чудова, дбайлива мама та прекрасна господиня. Головний редактор журналу VIP Club Анна Нечепуренко сьогодні в нашій програмі. Анна Нечепуренко, головний редактор журналу VIP Club, закінчила Запорізький національний університет, факультет журналістики, вивчала журналістські розслідування в Київській школі Інтерньюз, член Національного союзу журналістів, любляча мама, кохана дружина, захоплюється танцями та малюванням. Дівчина впевнена, все, що не робиться, все на краще. Вітаю вас, Анно. Дуже хочеться подякувати вам за те, що ви вирішили взяти участь у нашій програмі і погодились на це. Хотілося спочатку поговорити про вашу трансформацію з журналіста до головного редактора. Як цей процес відбувався? Наскільки вам, молодій дівчині, було складно? Начнемо з того, що к тому моменту, коли з'явився в моїй житті журнал VIP Club, я немножечко устала від соціальної, складної, проблематичної журналістики. То есть моим основным хлебом, скажем так, были репортажи. Например, я могла поехать на мусороперерабатывающий завод, где потом просто выкинула все свои вещи, потому что там такой... И в этом мусоре, например, там сутки провести, там, чтобы разбираться. Я сутки жила практически в монастыре и пыталась понять, как там монахини отрекаются от всего, и потом точно отказалась от мысли быть где-то рядом. Я, кстати, за вот эти репортажи именно и получала потом международные премии на фестивалях. Потом, например, не помню, как правильно это называется, там люди туда отдают людей душевно больных, и они там, это такое маленькое село. И я тоже там провела, например, с ними длительное время. То есть это было достаточно насыщенно. А как вы подлаштовывались к такой ситуации? Исключительно... Почему родители сомневались, что я смогу, например. Не совсем сомневались, они мне задавали вопрос, ты точно это сможешь? Потому что все нужно... Я все пропускала всегда через себя. Такой человек по характеру. То есть я беру историю, я ее максимально проживаю. И, конечно же, вот все эти такие истории, они все время, я с ними жила. И поэтому очень быстро я там каждые полгода или год я выдыхалась. Мне постоянно руководство пыталось там отпуск, что-нибудь. Я каждые полгода приходила и говорила, все, я ухожу из профессии, я больше это вообще не мое. Но особенно, когда журналист не рациональный, а эмоциональный. Вот я была всегда такой. Но это потом со временем я поняла, что это и есть мое преимущество. Только так можно написать такие тексты, которые нравятся и самой читать, и людям, о которых ты пишешь, и вообще читателям. Так вот, и в этот момент я как раз была в декрете. В журналистике, когда только я туда попала, у меня вообще не было отпуска. То есть я не знала, что такое отпуск. Я там работала там 5, по-моему, или не помню сколько лет. И это был первый такой вот наконец-то. Я даже там до 8 или до 7 месяцев беременности работала, а потом наконец-то пошла в декрет. И вот у меня был год ребенку. И появилась такая возможность возглавить издание, стать частью, совместным собственником. И мне не хотелось этим заниматься. Почему? Потому что я наконец-то отдыхаю, наконец-то я противилась, я не верила, что я могу. Благодаря поддержке мужа, он говорит, ты что вообще это вообще? Я говорю, а как? Это же я не просто буду статьи писать, это же бизнес, это надо быть... Вот я не знаю, что такое, я не знаю, что делает бухгалтер, я не понимаю, как типография, что это вообще, это все вот эти все вещи, клиенты, я не работала с рекламой, я не знала, что это такое. Но понимание того, что это шанс, во-первых, не каждому такое в жизни попадается, когда обращаются и говорят, ты можешь, ты попробуй, ты сделаешь это. И второй момент, что я понимала, что это есть возможность позитивной журналистики.
непопулярного, опять же, понятия. Да? То есть, ну, когда есть возможность делать что-то, ну, где еще, если не в журнале, делать что-то позитивное? Хотя и журналы часто, зачастую, бывают тоже где-то микроскандалы. Желтые, да, либо желтые, либо микроскандалы. Такое тоже бывает. Ну, либо там низкопробное бывает. А это все совпало. И изначально хорошее качество полиграфии, и можно было себя в этом реализовать. Вот, и, ну, первое, это я решилась на это, да, ну, а если чего-то становишься на какой-то путь, то тогда уже... Подвести, ты нанимаешь право. Да, 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 да. То есть это, ну, я себе в любом случае поставила какой-то там где-то год или еще что-то, что как бы ни было сложно. Если вот не, если уже через год будет понятно, что вообще ничего не получается. Ну, как-то сразу все получилось. Тобто ви такий термін собі дали так, що я за рік щось зроблю, якщо ні, то ні? Да, да. Ну, а почему? Ну, смысл тянуть то, что, например, не получается. Но когда не получается в самом начале, еще мало рано делать выводы. То есть мне нужно было сделать выводы через время. Ну, как-то так получается, что начало получаться сразу. Поэтому у меня даже, ну, дальше уже не было такой мысли. Мысль была наоборот, там, через, например, 5 лет. Что так, ну, что, может, я здесь, там, не здесь я. Или, ну, может быть, не надо, вот этот интернет появляется еще, ну, не то, что появляется, обороты большие. Вот эти сомнения через время начали уже как не журналисту, а как бизнес-вумен, да, как человеку, который понимает, что либо ты даешь, вкладываешься эмоционально, физически, финансово в продукт, либо ты его отпускаешь, и он тебе не приносит там чего-то. Но все сложные моменты, когда, например, там массово закрывались, КП «Пресса», например, закрылась, да, когда ты уже не понимаешь, как тебе достучаться до своего читателя, какие каналы использовать. Но здесь спасает вера в продукт, в свою миссию, потому что она у меня именно, ну, она у меня есть. И творчество. Потому что только в таких сложных ситуациях, только творчество помогает найти нестандартные ходы, нестандартные решения или просто смелость пользоваться какими-то теми решениями, которыми не пользовался раньше. Все эти этапы мы проходили благодаря слаженной работе команды. Но ничего не было. Было только старое издание. В смысле, старый формат издания, но там не было вообще ни одного человека, не было ни офиса, ну вообще просто ничего. То есть мы, по сути, просто согласилась сказать, что окей, я главный редактор, ну хорошо, я что-нибудь из этого сделаю. Купили мобильный телефон безлимитный, все, собственно, все. И дальше я позвонила друзьям, журналистам, говорю, ну давай, а у меня было всего там, ну то есть смысл в том, что он выходил с определенной периодичностью, тогда он выходил раз в два месяца, и сейчас он, кстати, мы остаемся на этом же режиме, и заканчивалось уже, то есть у меня, ну либо он закрывался совсем, журнал, потому что он не приносил того эффекта, ради которого был изначально создан, он был создан тремя компаниями, для того, чтобы просто рекламировать эти три компании. Ну и плюс еще кто там подтянется тоже. Ну там была лишь реклама, я так разумею, так? Ну, не совсем, то есть там чуть-чуть можно было что-то прочитать на тот момент. Ну, то все равно это был красивый рекламный буклет. Собственно, как и большинство региональных изданий, они все такие. Ну, то есть они не направлены на то, чтобы там была журналистика. Ну, это, они могут про моду быть, они могут быть про рекламу любого там продукта, но не про то, чтобы там что-то читать. А я что умела на тот момент? По сути, я и хотела то, что я умею, и сделать. То есть я умела писать. И я думаю, ну почему? Ну хорошо, пусть это будет та площадка, где я буду писать то, что я считаю, что нужно людям читать. Ну и мне хочется такое читать. Позвонила друзьям, смотри, ну вот давай вот это напишем, давай вот это напишем, да. И первый, то есть первый номер, который вышел, он отличался от предыдущих номеров тем, что там появилось лицо на обложке. То есть, ну и появились статьи. Ну то есть мы стали писать вот с того момента, как это случилось. Вот я пришла в управление в 2011 году, вот 8 лет получается.
журналу то уже много лет. 14. Да, да. А изменился вот он, получается, вот в 2011 году. Чуть-чуть. Я его не кардинально меняла. Ну, в смысле, визуально это такая же качественная полиграфия оставалась. Визуально это выглядело так же. Вот я ни название, ничего не меняла. Я это название приняла и дальше начала вот думать, а что такое для меня VIP? Даже не в один день это все случилось, даже не в один год. Я постепенно думала, что я должна здесь такое писать, чтобы людям хотелось читать в эту эру, когда можно все взять в интернете, зайти и прочитать, что ты хочешь. Что тут должно быть такое, что человеку захочется подписаться, а решение было именно через год, я только в продаже, только в подписке журнала, его нельзя было получить бесплатно. Я только в течение года делала, как делают все, отдавала его бесплатно, но в нужную аудиторию, которую я считала, что это наша аудитория. То есть люди, там, топ-менеджеры, люди, принимающие решения, лидеры общественного мнения, они за год увидели этот продукт, поняли, как он изменился, что с ним. И через год я сказала, все, теперь вы можете его только купить, либо подписаться. Ну, естественно, это... на гачок, так? Ну, конечно. А как бы они... Это было как вложение в рекламную кампанию. Вот она была у меня такая. Ну, плюс я сразу тоже появилась на бордах, появилась тоже нетипично. Сейчас не делают печатные средства массовой информации вот такие ходы. Я показала, какой этот продукт. Им понравилось читать. Но они стали подписчиками. Подписчиками, читателями. Сейчас подписка – это вообще самое основное направление, потому что в тот момент, когда и в стране может происходить разное, когда вот был один момент, да, когда взяли и закрыли сеть супермаркетов, а у меня там журнал продавался. Вместе с журналами закрыли и все. Почему люди сейчас читают журнал? Потому что вот такие интервью, когда мы душу наизнанку, да, и нам тоже, да, мы рассказываем друг другу то, что, ну, то, что нигде больше в другом месте не расскажешь и не опубликуешь. Часто кажуть, взагалі всі успішні люди, вони завжди кажуть, що ось такі керівні посади, вони просто вбивають творчість. Абсолютно всі. Да, именно поэтому. Але ви при цьому пишете, ви залишилися творчим працівником і адміністратором. Ви знаєте, буквально я недавно поняла, ну, в связи з тим, що змінилась моя ситуація, у мене появился ще маленький ребенок, і совсем, да, сложно стало вот ще і писати. Но все равно вот недавно, буквально там неделю назад я подумала о том, що так, все надо там, да, не терять вот это вот общение, вот это вот все время оставаться в этой струе тоже, в струе творчества, я бы так сказала. Потому что, да, это сложно, да. Ну, например, вот когда мы пишем персону номера, это самый большой материал, там, центральный материал номера, берем интервью, бывает по 3 часа с человеком. А кадров получается, ну, по 2000 кадров, чтобы потом 10 опубликовать кадров. И вот я, например, когда пишу, я вообще такая, вот, ну, девчонки у меня, да, журналисты, они могут быстро писать, а я очень долгая. То есть я могу, и еще я могу написать, например, на 25 страниц текста, а мне нужно всего 10. И потом я это все сокращаю, сокращаю, сокращаю. Ой, а так ж куда завжди? Я понимаю, что краткая сестра талантов, поэтому емкость текста, она... Ну, у меня она просто вот из длинного, она делается маленьким, и из этого еще насыщеннее. Чому цей вид журналістики? Чому вони обрали після... Ну, ви кажете, що ви казали якось, що після першого курсу вже почали працювати. Да. Чому саме цей вид журналістики? Чому не інтернет? Чому не телебачення? От іменно по цій причині. От я сказала, да, що я довго пишу. У нас була у всіх студентів можливість на першому курсі спробувати себе і в радіожурналістиці, і в тележурналістиці. І мені якби вийшло, ну, по крайній мірі, в телевіденні мені навіть більше вийшло, себя попробовать. Ты бачишь, вы колись вели навіть ранок на. Да, вот это было тоже вот проба пера, скажем так, в этом направлении. Но чего я хотела? Я же себя анализировала, думаю, чего я хочу, чем я должна заниматься в жизни, чтобы мне это приносило удовольствие. Я поняла, что мне очень нужно глубокое что-то. Телевидение, ну, по крайней мере, на тот момент,
не давала таких вот, ну, форматов. Да? То есть это сейчас, ну, сейчас это уже как-то делается. На тот момент, ну, как-то это было не на поверхности, я не готова была разрабатывать свои, то есть у меня не настолько было, у меня не было такого желания, чтобы разрабатывать, придумать что-то свое здесь. Радио, ну, тоже я не увидела там для себя глубины, которые вот я могла бы, ну, что мне нравилось? Мне нравилось получать информацию, анализировать ее, думать, почему так, что, делать какие-то выводы и отдавать это. И я поняла, что этот, я на тот момент могу сделать вот только в печатном слове. То есть, когда я взяла, то есть от момента, когда вот взяла интервью, и до момента, когда это выдалось на бумаге, проходит какой-то промежуток времени, когда я еще с этим могу пожить. Мне вот это вот нравится. А як угадаєте, за час роботи саме на цій посаді ви стали більш жорсткою людиною? Колись настаєш такий момент, коли треба звільнити працівника, наприклад, або знаете, поставити я, певні рамки? Що я про себе поняла? В якийсь момент, коли мені було складно приймати рішення, їх треба було приймати, коли там як-то треба було... Тобто я починала там становитися там як злой. Ну, такой, типа, и мне казалось, что если руководитель, то это должен быть, значит, вот такой. Но и какой-то даже год я была в таком состоянии. А потом я начала анализировать, благо интервью, которое мы делаем, да, читать вот то, что вот подается у нас в журнале. Я смотрела, какие разные есть руководители. Но это же не один тип. Не надо быть вот какой-то как конкретный. Я сказала, так буду. Какой-то конкретный. Mm-hmm. Вот не надо быть. То есть можно быть, ну, там, железный кулак в бархатной перчатке. То есть можно быть самой собой, ну, то есть как бы ты, вот, как я себя сейчас чувствую. Но при этом принимать решения, при этом как-то взаимодействовать с людьми. То есть нет шаблона. Здесь тоже можно быть... Вот почему мне всегда казалось, что я не управленец, то есть я исполнитель. Мне до... Вот я почему и журнал не хотела принимать в управление. Потому что мне всегда казалось, я исполнитель, я хорошо, вот мне сказали, я это делаю. А вот так, чтобы самой сказать, мне сложно. Потому что я только думала, что это нужно делать в какой-то определенной форме, в каком-то определенном виде. Но и со временем я просто... Ну, да, я сначала эту маску одевала, сначала я как-то пробовала, вот как-то, как надо. Да, ну, у меня тоже... Это тоже... Дякувало, так, людей? О, такое... Нет, вы знаете, с людьми все у меня получалось. Но я сама была... несложно было очень. Но когда я поняла, переросла, вот и поняла, что я могу оставаться с собой. Знаете, как говорят, что как бы любые там недостатки – это продолжение достоинств каких-то, да? Поэтому, ну, например, есть требовательность, конечно же. Но, наверное, если бы ее не было детища журнала нашего, да, поэтому, как бы, конечно, ну, как некоторая амбициозность без нее тоже никуда, да, например, в таком, ну, то есть требовательность, которая, допустим, если в жизни она где-то вредит, то здесь в работе, в журнале она, ну, необхідно. Ми зараз у вас перебуваємо в редакції, і коли я зайшла, я у вас вперше сьогодні, мені здалося, ніби я потрапила до вас додому. У вас дуже така тепла сімейна атмосфера. А у вас в кабінеті, я знаю, що є, ви мені вже розповіли до запису інтерв'ю, да, такий малюнок самураю. Що він означає, розкажіть глядачам. Ну, когда я училась только быть руководителем, человеком бизнеса, естественно, вот с этой мягкости с моей начиналась, потом вот, какую-то жесткость я приобретала для себя. Вот эти все этапы становления меня сегодняшней. И муж мне тогда презентовал картину самурая, написанную американской художницей. Говорит, пусть он будет с тобой, за твоей спиной, ну, чтобы придать тебе воинственности, смелости в чем-то. Сейчас, и когда я помню, кстати, я приходила тогда в кабинет свой, это было в другом месте, я на него смотрела,
все, вот утром я пришла, я ему посмотрела, я зарядилась, так, я должна быть, значит. Сейчас он у меня уже просто висит, как... Дополнение, так и до интерьера. Да, просто потому что я уже сроднилась. Не потому что я хочу быть такой, да, там, не потому что мне нужна такая помощь. Ну, то есть это сейчас уже просто как часть моей истории. Вот, и поэтому я ее люблю, эту историю. Ви дуже багато часу проводите на роботі. У вашого чоловіка не виникають ревнощі? Дуже класно, що ні. Я перше время, коли вот тільки почався журнал, я розуміла, що мені потрібно йти на такі переговори. Іноді це командировки були, іноді це... Ну, а переговори з мужчинами, да, чаще, ніж з жінками, тому що все-таки управляють. Ні, ну мені це взагалі, в принципі, без різниці. Вірніше, різниця є в тому, що коли мужчина все одно, йому потрібні одні аргументи, йому потрібна одна. Одно понимание вопроса, для женщины другое совсем. Ну, это просто по-разному, как вот, чтобы людям было комфортно, они все равно должны быть на одной волне. Но казалось мне, а как что, как муж, наверное, же должен переживать по этому поводу? Ну, как обычно принято у всех переживать по этому поводу. И женщине было бы приятно. Ага, ты меня ревнуешь. Да, ну, то есть это типичная ситуация. Я даже как была в замешательстве, когда он меня сам говорит, ну, давай, тебе вот в ту машину, да, давай я тебя подвезу. И я так как бы, класс, он что, действительно вот понимает, да, что... Я поняла, что, ну, то есть, это же уровень доверия, мы доверяем друг другу, поэтому я так редко слышу комплименты от других мужчин, потому что, наверное, у меня на лице написано все мое, вот это вот семейность и все. Ну, комплименты есть, но они больше даже, мне кажется, делового общения касаются, да. А зараз підтримка на том же рівні. Я правильно разумею? Да. И есть момент, когда наоборот открывается, можно и то, и это, и десятое, и двадцатое, и все я могу, и значит, и все вообще возможно. И вот смотри, какой продукт там сделали, какой замечательный вот в этом, ну, можно сделать там, на YouTube выкладывать там или еще что-то. То есть можно во столько направлений уйти. Но нужно оставаться верным своей идее, не забывать про нее. Потому что, ну я объясню, почему? Потому что продукт, который вот мы делаем, он нужен людям. И если начинать делать что-то другое, это другое, на самом деле, кто-то уже лучше сделал, чем ты, да, а то, что у тебя получилось, и то, что у тебя вот, ну, оно надо, если бы это было не нужно, да, если бы мы не видели эту обратную связь, что это нужно, то, наверное, тогда бы и не было смысла. А ви ж ще запровадили таку родзинку, як VIP-заходи. Ви визначаєте VIP-церемонії вашого журналу. З самого початку це було, от, сьогодні вже це буде 8-ма церемонія VIP-клуб. І зачем ми її робимо? От для того, щоб услышать, от увидеть. Там збираються підписчики журналу, партнери. Тобто люди сходять зі сторони журналу, да, і ті, хто, да, тобто от хто був на протяжении года, да, от вони приходять на цю церемонію. Тобто от читателі їх читали, і тут вони лично з ними можуть пообщатися. В этом вот вся фішка. Ну, і поэтому там і підписники, і ті, хто на страницях журналу. У вас дуже багато номінацій. Це все ваші ідеї. Ми бачимо, де найбільші відгуки. В каких публикациях, вот, например, «Холостяки», «Холостячки», да, всегда очень большой отклик на эту публикацию. Мы выставляем на голосование в итоге кандидатуры, ну не кандидатуры, а истории, которые были на протяжении года, а люди потом голосуют, показывая нам, что им понравилось больше всего, чья история. Это народное голосование. Сейчас, вот, насколько я знаю, у нас уже, вернее, не насколько я знаю, а голосование происходит через наш сайт. И цифра людей, которые голосуют, около, сейчас просто я не владею полной информацией, но больше 30 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь, людей, которые проголосовали, да, и выбрали свою историю. Это нам дает обратную связь. Ну, то есть сейчас я просто не четкую цифру озвучиваю, но я ее более четкую озвучу на мероприятии. Когда мы собираемся на этой церемонии, где мы озвучиваем победителей, тогда я понимаю, еще нужен журнал им или не нужен. И там я слышу, ну, то есть если я когда-то пойму, что что-то идет не так,
Я узнаю, что не так. Дайте мне, вот они там мне дают обратную связь. У нас задача встретиться. Вот как раз тем, кто был на страницах журнала, тем, кто создавал этот журнал, и тем, кто читал этот журнал. Ну, то есть и вот эта вот компания людей, они когда видятся, когда видно, что им интересно друг с другом, не только по там разные стороны, да, там страниц, вот, а, вот это ради этого, и все, вот это и есть основа. Ань, зараз я вам пропоную проїхати до кафе, виділити нам 15 хвилин на каву. І так, звісно, з удовольствием. Глядачам скажу лише одне, що продовження розмови з Анною Нечепуренко дивіться вже наступного тижня. А з вами була Дар'я Назарова. Особисто про.